Смотрите, на дереве сидят две сороки. Вот там одна и вторая. Только что сидела в машине, выжидала перед тем, как работать, идти начинать. Покушала яблоко и выкинула туда на травку, как говорится, качанчик. И вот одна из сорок сразу прибежала и схватила, и унесла. В общем, видать, они покушали качан от яблока. Чувствую себя матерью Терезой. Так, а вот это дерево большое, что мы недавно вечером с ним показывали, с Рину. Оно сейчас, конечно, выключено, огонечки выключены. Видите, смотрите, какие шары делают. Берут бумагу из панеттоне, пандоры итальянских, вот этих вот пасочек. И вот такая вот бумага. И оборачивают что-то, такие вот шары делают. Каждый год вешают эти шары, их огоньки, и вот горит как красиво. Все, доброе утро, друзья. Я приехала на работу. И вот вечером показывала тоже вся улица. Вот эта была в белых огнях, так красиво. Вот в этом доме я работаю. И вот тут, видите, тоже вдоль забора очень много огонечков, гирлянд. Так красиво. Везде все горит здесь, именно вот в этой части. Ой, какая у нас сырая погода. Нифига себе, прям сыро-сыро чувствуется. А вот и елка в этой семье. Маленькая, конечно. Смотрите, какая она малепусенькая. Где-то 1,5 метра ростом. В общем, они дома не сильно, конечно, украшают. Зато снаружи у них вообще шикарно. А я лично люблю, что у меня и внутри, как говорится, шикарно, и снаружи красиво. Вот, потому что я... Надо сказку себе создавать хотя бы раз в год. И вот такая возможность есть на рождественско-новогодние праздники. Как говорится, надо создавать себе сказку, чтобы везде было красиво, чтобы везде было много огней. Вот, все разноцветное. В общем, как говорится, создавайте себе настроение, создавайте себе сказку. Вот у них, видите, какая елка. Все игрушки в сине-белых тонах. И все. Конечно... Видите, это на любителя. Я не знаю, нравится ли мне или нет. У меня такие смутные сомнения, в общем, нравится или нет. Вот такие вот бело-синие тона только. Ну, посмотрим, посмотрим. Разные тут. Много разных игрушек больших. Красивые, конечно, игрушки. Но все равно бело-синие. Видите, тут и олени у них. Вот эти вот тоже симпатичные. Да, ладненько, продолжаем работу. Да, снаружи у них, конечно, очень шикарно. На всех балконах огни. Не просто огонечки, как у меня, а еще и гирлянды. Вот видите, на всех балконах у них вот такие вот зеленые гирлянды с огонечками. У меня просто огонечки, а у них еще и гирлянды. Ага. Тоже классно смотрится. Надо будет тоже как-то так сделать. Вот они здесь внизу. Как говорится, не внизу, а на лестнице повесили такой венок. И все, по-моему. И все, по-моему. А вот она и я.